коня шаг, четкие движения. В одном строю 2000 человек. В первых рядах среди зрителей главные гости праздника – ветераны Великой Отечественной войны. Алексей Николаевич Огнев не пропускает ни одного парада победы. Здесь он встречается с друзьями и сослуживцами. Каждый год присутствую на парадах. В этом году исключительный парад, исключительно много народу и прекрасная погода. Праздничный, настоящий всенародный праздник. В этой колонии не только профессиональные солдаты, но и ветераны Афганистана и даже школьники. Чтобы не отставать от опытных солдат, все они немало тренировались. Все очень волновались, и каждый пытался вложить душу в свою маршировку и пройти с гордостью. Ну, мы, естественно, репетировали, понятно. Ну, для нас, прошедших службу, в принципе, это вспомнить несложно. Ну и прямо сейчас самый долгожданный момент для всех гостей сегодняшнего праздника. Ведь здесь, на площади Тысячелетия, появляется 14 единиц военной техники, среди которой, конечно же, легендарное орудие «Катюша» и танки Т-34 и ИС-3. Мы всегда будем гордиться, что советский народ не дрогнул, не прогнулся перед жестоким врагом, говорит президент России с Красной площади. Наш долг – хранить память о доблести воинов, отдавших свои жизни ради жизни других. О всех наших солдатах и мужественных бойцах Второго фронта. О вкладе в победу стран антигитлеровской коалиции. День Победы всегда будет нашим главным праздником, скажет Рустам Миниханов. Мы никогда не забудем, что свободу и долгожданный мир отвоевали наши предки, капитаны и рядовые, ополченцы и труженики тыла, партизаны и подпольщики, старики, женщины и дети, люди разных национальностей и профессий. Мимо трибун проходят легендарные «Катюши», наводившие ужас на гитлеровцев в годы Великой Отечественной войны. От такой величественной мощи мурашки по коже и слезы на глазах ветеранов. Происходящее дает понять каждому, что День Победы – главный праздник страны. У нас в семье 9 мая – это один из самых таких главных праздников считается, потому что и прадеды, а уже у детей прапрадеды воевали, погибли на войне, погибли ради всех нас. И чтобы дети всегда помнили этот праздник, знали его, поэтому мы сегодня пришли сюда. Специально приехал в Казань посмотреть вот ваш праздник там. Свой я знаю. Я хотел именно здесь увидеть, почувствовать вот эту обстановку. Мне очень интересно, конечно, красиво. Наш мир и спокойствие в надежных руках, отмечают ветераны. Ведь все те, кто прошел по площади единым строем, и те, кто наблюдал за этим, помнят память дедов и сделает все, чтобы этого не повторить. Сергей Хайдаров, Данил Филатов, ТНВ, Казань.